сегодня с вами Fashion TV. Мы находимся на замечательной площадке Ray Just Arena, где сегодня пройдет фееричное шоу, посвященное дню рождения Яны Шевченко, основательницы бренда Янастасия, продюсера мюзикла «Сколько стоит любовь», ну и, конечно же, гуру циркового бизнеса. Ну а темой вечеринки станет цирк, яркий и красочный. Почему цирк сегодня именно, в этот день рождения? Ну, вы знаете, вся моя жизнь была всегда посвящена цирку. Я сама бывшая артистка цирка, продюсер цирковых шоу. Я имела несколько своих цирковых программ. И поэтому мне хотелось именно в свой юбилей сделать вечеринку цирк. Что нас ждет сегодня? Можете открыть секрет? Ой, вас ждет много сюрпризов. Я бы хотела, чтобы вы это все посмотрели сами. Многие друзья Яны сегодня будут одеты в стиле цирковых костюмов. Посмотрим, какие наряды выбрали гости вечеринки. Хотелось бы узнать, в каком стиле вы сегодня одеты? Цирковые костюмы, мне кажется, это самое главное, чтобы они были яркие, все в блесках. Ну, мне почему-то кажется, что я попала. Знаете, юбка превращается, можно снять. Мне кажется, сегодня праздник удался, потому что действительно очень много людей в костюмах, и это очень круто. На самом деле, это платье, в котором я принимала участие в мюзикле «Три мушкетера» и пела королеву Анну. Великолепный Янин дизайнер Андрей мне это все нашил, сделал вот такую красоту. Так. Расскажите немножко, что это такое, из чего это и для чего? Это очень вкусно, это делаем мы все своими руками в небольшой пекарне кондитерской, которая находится в центре Москвы, на Красных Воротах. Так что милости просим всех. Атмосфера действительно нарядная, праздничная, творческая. Собралось много интересных людей неординарных, каждый по-своему талантлив. Вы какие-то номера подготовили для именинницы? Номера подготовили, фокусы будет стриптиз, ну это же потом. Расскажите, а вы вообще сами надеваете вещи Яны? Периодически, да. Мне очень нравятся вот эти все яркие принты, хохлома. У меня есть пару комбинезонов и спортивный костюм. Мне очень нравится, а сейчас как особенно, когда я бегаю. У меня уги вся коллекция, все спортивные костюмы, вся коллекция. То есть и удобные очень вещи получается. Да. Я очень люблю Яну Шевченко, соответственно, ее одежду. И сегодня даже я в Инстаграме выложила пост, что одежда Яны Шевченко поднимает всем настроение. Какие пожелания имениннице? Яне я желаю в первую очередь, наверное, здоровья ей, ее близким, любимым, родным людям такого огромного праздника всю жизнь. Безумное количество здоровья, чтобы она всегда улыбалась, мне хочется, чтобы она никогда у меня не грустила. Но я буду всячески стараться ей помочь в этом. Мамочка, с днем рождения! Я очень тебя люблю. Любви, счастья, безумия, поступков, чтобы все желания исполнялись. Я желаю Яне быть такой же фееричной, такой же потрясающей, фантастической. И именно вот эта ее фантазия, которая, ну, со всех сторон просто плещет, чтобы она никогда не утихала, чтобы было много интересных спектаклей, много потрясающих, сумасшедших показов, не похожих один на другой, чтобы Яна становилась все круче, круче, богаче и богаче, а мы все будем рядом с ней и всегда с удовольствием примем участие во всех ее задумках. С днем рождения, дорогая! Есть мой прекрасный тост,
Я желаю всем удачи, даже не здоровья, а удачи. Потому что, как говорится, знаете, на «Титанике» тоже все были здоровы, но удача отвернулась. Ну и самое главное, и творческих успехов, а быстрее уже стать бабушкой. Дорогая Яна, ты безумно талантлива, красива. Я желаю тебе успехов и творческого процветания, всего-всего самого-самого наилучшего. Пусть исполнятся все твои самые сокровенные желания. Люблю, с днем рождения. Янчик, огромной тебе большой любви. Ты замечательный человек, душевный, большой, светлый, очень творческий. Тебе больших свершений, всего-всего-всего-всего-всего-всего самого наилучшего. Мы тебя очень крепко держим кулачки, ты большая-большая умница. Всегда оставаться таким чудесным, добрым, открытым человеком. Внутренней гармонии, счастья и тех же самых красивых и замечательных друзей вокруг. И такой же искренности в отношениях с людьми. Любви настоящей, искренней. Она этого заслуживает очень-очень-очень, потому что она невероятный человек. Не только как профессионал в мире моды, дизайна, или как режиссер цирка или мюзикла, а именно как человек. Встретив ее, я узнала, что, оказывается, есть женская дружба. Я никогда не думала, что она может быть. Оставаться такой же жизнерадостной, светлой, многогранной и многокрасочной. Вот такой же многокрасочной, как мы. Будь здорова в первую очередь, и чтобы всегда тебя окружали вот, такие же жизнерадостные, позитивные люди. С днем рождения! Я люблю Яну, я с ней дружу. И не в зависимости от ее бизнеса, она осталась человеком с большой буквой, с большой душой и большим сердцем. Путешествие в мир потрясающей, талантливой, умной, сильной женщины Яны Шевченко. Конечно же, она умеет собирать вокруг себя талантливых и верных друзей. Остается пожелать ей любви, огромного семейного счастья и творческих успехов. С вами была я, Виктория Гилмарк. Смотрите нас на фэшне. I love fashion TV. We love fashion TV. I 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 love fashion TV.